Итак, завершилась игра. Дина Ливадия домашняя. Очень такая трудная, наверное. Даня, расскажи в двух словах. Счет был 2-1, дал один ассист. Да? То есть Кирилл. Хорошо сыграл? Кирилл, да. Одна ошибка за матч. Так. Даня, жди. Хорошо. Даня, отличная игра. Хорошо сыграли. Нужна была победа. Да, эта победа нужна. После поражения. Да. Хорошо сыграли. Ты пропустил? Один. А спасал хоть нас? Да, много спасал. Ну, много. Молодец. Но решающий гол, как забили? 1-1. Там, короче, отскочил, я в девятку забил. Да ты что? Ну, молодец. Моменты были еще? Да. Хорошо. Так. Ну, хорошо сыграли. Потрепали хоть защиту? Ну, немножко, да. Да? Ну, хорошо. Арсений? Да. Да, это что значит, как догадаться? Все нормально. Все нормально. Сыграли хорошо, спас от одного гола. Да, умница. Матвей, ты умница, так. Максимка. Хорошо сыграли, выиграли 2-1. Хорошо, Тёмочка. Хорошо сыграли, выиграли. Ну, молодцы, Захар. Судья хорошо судит теперь. Да, теперь хорошо судит сыграли. Хорошо, но когда выиграем, всегда хорошо. Хорошо сыграли, гол забил. А как забил-то? Случайно закрыл глаза, ударил, попал? Да. Или это годы тренировок? Забил. Годы тренировок? Год тренировок. Ну, удар хороший, молодец. Марк? Вначале выгнали игры, а потом... А потом пустили. Но да. Прострел ты сделал, когда прострел второй гол забивали. Да, и забили. Ну, все, молодец, умница.